Здравствуйте, господа сноубордисты! Компания Royal End, самый крупный производитель сноуборд-наклеек в России. Мы хотели бы очередной раз, в сотый раз, наверное, сказать о том, какие наклейки мы печатаем. Вот. Опять же, их качество показать. Вот. В данный момент компания Royal End очень сильно расширяется, и мы скупаем в других городах других производителей. То есть мы становимся самыми крупными производителями сноуборд-наклеек в России. Вот. Вся информация о нас, естественно, есть на сайте. Вы можете там выбрать наклейку, либо заказать индивидуальный дизайн. Стандартная ширина наклейки 330 мм, длина 1,70 м. Если есть необходимость, мы можем изготовить больше. То есть у вас доска довольно-таки широкая, и она нестандартная, и мы можем точно так же изготовить для вас сноуборд-наклейку любой ширины и, опять же, любой длины, чуть не до 2 метров. У каждой наклейки есть, естественно, превью. Вот, и вы, когда получаете наклейку, вы сможете посмотреть, то каким будет борт у вас выглядеть. Желательно все-таки заказывать именно стандартный вариант наклейки. Почему? Потому что если вы заказываете в размер, вы можете не попасть. То есть если вы в ростовку заказываете, например, там 150-ю, 160-ю, то во время наклеивания на сноуборд вы не сможете подвинуть там вправо-влево, вверх-вниз, по площади, да, как бы, то есть к носу, к хвосту, либо по ширине, так как у вас будет она фиксирована. Поэтому лучше заказывать, соответственно, стандартную наклейку. Это получается и дешевле, и удобней. Также в разделе комплектующие есть ламинация и другие дополнительные необходимые аксессуары. Вы это можете там заказать. Для чего нужна ламинация? В среднем наклейка у нас живет порядка 2-3 сезонов. За счет ламинации, соответственно, у нас наклейка будет жить немножко дольше, то есть 5-6 сезонов. Ну и опять же на подъемнике, когда к вам в борт втыкают палки, то ламинация очень сильно защищает. Также ламинацией хорошо защитить можно и новый сноуборд. Сама наклейка, она очень хорошо приклеивается, если все делать по инструкции, которая входит в комплект. Доставка по России, либо Почты России, либо транспортной компании. Можно заказать наклейку как от юрлица, так же и оплатить на сайте. Всем глубокого пухлячка. Пока!